Социальная акция «Дед Мороз 2017». Поздравления от Дедушек Морозов для особенных детишек. Сегодня со сборного пункта возле мэрии команда Санта-Клаусов отправилась во все районы города для вручения подарков тем малышам, которые не смогут попасть на новогодние елки. В развлекательной программе перед зданием мэрии выступили Дед Мороз и Снегурочка со своими помощниками-снеговиками, которые исполнили танец маленьких цыплят во главе с символом будущего года – петушком. Что ты попросила у Дедушки Мороза в этом году? Лего Фрэнс Гранд Отель! Пожелай что-нибудь в наступающем 17-м году всем деткам, особенно тем, которые не смогут прийти на елку. Пожелай что-то им. Я им желаю здоровья и любви и счастья. Социальная акция «Дед Мороз 2017» осчастливит деток, которые лишены привычных для нас радостей жизни. Мы будем поздравлять детей, которые не в состоянии приехать посетить праздники, такие как дети больные, дети из малообеспеченных семей и другие дети, которым повезло меньше, чем другим. Поэтому мы для них приготовили сладкие подарки и еще много приятных сюрпризов. После небольшого торжества команды Санта-Клаусов отправились во все районы города дарить малышам веру в настоящий праздник.